Добрый вечер! Я поэтесса Ива Афонская, и это мой поэтический вечер у камина. Гостями наших поэтических вечеров у камина часто были иностранные гости. Поэты из Англии – Шекспир, из Италии – Данте и Петрарка, с Востока – Омар Хайям, и даже из античной Греции – Платон. А сегодня у нас опять зарубежный гость, и этот гость из Франции. Французский поэт XVI века Пьер Рансар. Его называли королем французской поэзии. А в сердце плачет стих Рансара. Так писала о нем Марина Цветаева, учившаяся в Сорбонне во Франции и читавшая Рансара в подвиг. Рансар, как многие старинные поэты, писал сонеты, и главной его темой была любовь. Он воспевал любовь как возвышенное чувство. Любовь в поэзии Рансара – это великая сила, которая создала мир и создала человека и его душу. До той поры, как в мир любовь пришла, и первый свет из хаоса явила, не созданы, кишели в нем светило, без облика, без формы, без числа, так праздная, темна и тяжела, во мне душа безликая бродила. Но вот любовь мне сердце охватила, его лучами глаз твоих зажгла, очищенный, приблизясь к совершенству, дремавший дух доступен стал блаженству, и он в любви живую силу пьет, он сладостным томится притяжением, душа моя, узнав любви полет, наполнилась и жизнью, и движением.